Сегодня у нас официальное открытие велосреды. Сосисочная вечеринка. Я не знаю, как они заезжают, эти мать-перемать торчков. Но тут идти даже, блин, непривычно тяжело. Вот такой красивый вид на город. Сейчас все соберутся, пожарим сосиски. Какой-нибудь будет веселый спуск у нас, да? Как обратно поедем? Раз уж вы оттуда поднялись, наверное, туда можно поехать тогда? Мы-то вон оттуда приехали. Который к дому спускается. Мы чуть позже поехали, чем я. Еду такая. Блин, что-то круто через час спускается. Ждали чуть дольше. Сколько мы? Спустился мать. Вот, ребят, шел опять мать, спустился. Мачеху. С ними, да? Опять зашел, да, уехал. Совсем один приехал. Это вообще дичь. Мачеху, по-моему, реально стоял. Недопонимание произошло. Это матери самый торт большой. Там несколько раз больше. Настрой хороший, очень не мог. Хитрая отмазка, да. Она еще не такой, ходила, да? Я не знаю, как насчет торчков, но сосиски зачет мне здесь, да? Ой, замечательно все получается. Ой. Тоже челлендж, да? Сейчас съем 7, а осенью 18. Сосиска. Ну, это вряд ли, наверное. Ну, хотя надо попробовать. Потому что тренироваться надо. Ты думаешь, только точки ездить, что ли? Блин, опять вверх, что ли? Тяжело после сосисок? Да, после сосисок мне реально тяжело. Не могу обгонять, ни фонаря нету. Я поэтому-то ехал сбоку. Давай там между нами или как? Я вот сбоку, надо буду ехать. Олег, ты что тут? Да вот она, то вниз, то вверх, поднимает. А, не зафиксировался? Заклеить. Сходит.
Кто-то... Кто-то не угадал с передачи. Сосисок перенёс. Сосиски вообще, блин. Ну, вы хоть сказали, что вверх будем ездить. Я бы сок не ел. Поняли? На асфальт? Не, мы на вертолетку на саму не поедем, мы выйдем около хутора, там где дом. А, все, понял. А мы как поедем сейчас? Вниз. Короче, мы поедем пол вертолетки, да? Пол вертолетки, пол спуска от толкинистов. Ну сегодня там не очень страшно было на этой ступенечке. Ну не видно просто. Глаза не видят, ничего не боятся. Я вообще не понял, что за ступенечка, если честно. Я больше колеи боялся. Вот я реально, я въехал, блин, в эту долбанную колею, которая вот такая, она, короче, все дальше и дальше, вот такая раздолбанная, я думаю. Бля. Я за Димоном еду, раз попал куда-то. Слава, там сосиски отрабатываешь? Тут грязно, аккуратно. Что, ты выжил? Да. Живой. Помятый, но живой. Разложился. Да, на грунт наехал, короче. Где ты его нашел на грунтах? Там единственное мокрое место. Просто еще причем пологое, знаешь, и колесо вообще вот такое, фух, подвернулось. Повезло. Какого тебе переклюк весь в говне? Прилетел. Так, кто там еще у нас? Кануло? Да нифига, блин, останавливалась постоянно. То вот так вот, завалилось? То вот так вот, блин. Завалилось? Ну, несколько раз колею уже ехала и не вижу. Куда выезжаешь? Смотри. Ох, я. Потом стало оттормаживаться. Я, кстати, пару раз вот сейчас на спуске выехал из колеи. Прикольно, бля, говорю, в натуре резина агрессивная. Резина решает много. Нет, вот у меня сейчас тоже держало нормально, но здесь вот на ровном месте это, конечно, было вообще непонятно. Не, просто год назад я бы еще просто в руль кинул и падал бы. Да? А сейчас я говорю, ну-ка давай, бля, вылази. Выехал, бля. Что, передок выехал, жопа нет, я буду вытаскивать. Ой, сори. Ну, нормально. Блин, на коленнике отработали. Вы где-то тут налево же уходите, да, весновки? Ну, мы обычно с Тёмой. Тёма уже уехал? Ну, да, так, вот уехали, я не знаю, где они. Ну, я тогда могу до Шевченко, до Павелополосе тогда. Я просто в Кучку поеду. Я по Ленина, а то я там не люблю, там пешиков много, они потом все недовольны. Аккуратно, никого не пугалось. Да, ты смотри. Я тоже до Шевченко поехал. Всем спасибо. Прямо, да, по Ленину? Спасибо большое. Все, счастливо. Рады были всех видеть. Давай.
Что там? Пока. Вилла порезалась. Нет. Что-то, до Шевченко? Да. Блин, у меня.